Небольшая певчая птица из семейства трескозубковых носит название лесной конек. По размерам он сопоставим с жаворонком, но имеет более продолговатое стройное тело. Имеет массивный клюв, телесно-розовые ноги с коротким изогнутым ногтем заднего пальца. Длина тела составляет 16-19 см. При размахе крыльев от 26 до 30 см, при массе около 20 грамм. Взрослые птицы имеют серовато-оливковую или песочно-бурую спину с обширными продольными темными пестринами, которые отсутствуют на пояснице. Кроющие перья крыла окрашены в бурый цвет со светлой каймой. Низ птицы бледно-охристый, зоб и грудь покрыты черными пестринами, более широкими на груди и сужающимися на боках. Радужка глаза темно-бурая. Молодые птички покрыты сверху более четкими пестринами вверху, многочисленными пестринами в нижней части корпуса. Лесной конек относится к немногочисленным видам перелетных птиц, которые обитают в лесах, парках и разных низинах. Птицы населяют лиственные, смешанные и хвойные лесные массивы, встречаются на полянах и опушках, местах гари и вырубок, проживают на мелколесье и в заболоченной местности, где выбирают отдельно расположенные деревья. Встречаются в смешанных лесах гористой местности, на субальпийских и альпийских лугах. Верхним пределом обитания вида является высота 2-2500 метров. В географическом отношении лесного конька можно встретить на всей европейской территории, в районах центра и севера Азии. В России ареал обитания простирается далеко в Сибирь, достигая реки Колымы и южных районов Якутии. В сторону юга достигает Средиземноморья, Закавказья, Северного Ирана и Турции, западных Гималаев и Северной Монголии. Места зимовки. Основным образом мигрируют на зимовку в Африку, средиземноморские страны и Индию. В Африке встречаются на всем континенте, от юга Сахары до Зимбабве. Птиц встречали на Канарских островах и Мейдейре. В местах зимовки являются обычным многочисленным видом, встречающимися повсеместно. Несколько последних лет эта птица наблюдается в зимнее время на Черноморском побережье Кавказа. Луговой конек чуть меньше лесного, с более стройным клювом, коротким хвостом, имеет более темный окрас перьев. Брачный наряд краснозобого имеет отчетливый кирпично-красный винный цвет перьев на зобе. Птица размерами сходна с лесным видом. Горный вид обитает в высокогорье, имеет более светлый окрас. Размерами примерно схож с лесным коньком, но повадками напоминает лугового. Степной и полевой коньки имеют светлую однотонную окраску и отличаются почти полным отсутствием пестрин. Клюв чуть длиннее, чем у лесного конька. Телосложение более стройное. Пятнистый и зеленый конек повадками и телосложением напоминает лесного. Отличается от него зеленоватая окраска в верхней части корпуса. Окрас однотонный, практически без пестрин. Птицы в основном кормятся насекомыми и мелкими беспозвоночными. В рацион входят бабочки, цикады, гусеницы, тли, муравьи, кобылки. Также питаются различными жуками, слониками, долгоносиками, щелкунами. Кормление практически всегда происходит на земле. Конек ловко лавирует в траве, передвигаясь бегом и ловя насекомых. С начала августа может питаться семенами растений – осоки, седмичника, бородавчатой березы, марьяника. На протяжении сентября улетает из мест гнездования. Лесные коньки очень редко задерживаются до октября. Гнездование. Лесные коньки являются моногамными птицами, которые селятся парами отдельно от других. В апреле и мае самка в течение 1-2 недель выбирает место для гнезда. Гнездо обычно удалено от кустарников и деревьев и располагается в траве в небольшой ямке. Полная кладка имеет 4-6 яиц, правильной яйцевидной, реже приплюснутой формы. Яйца могут иметь самую разную окраску, от светло-зеленого до ржаво-фиолетового цвета. Сверху они покрыты узором из пятен различной контрастности цвета и четкости. Окраска птенцов темно-серая, с желтыми клювными валиками и красной ротовой полостью. Птенцы покидают гнездо, еще не начав летать. Родители докармливают их на протяжении 9-10 дней. Лесной конек – очень интересная птица для домашнего содержания. Она очень разнообразна и много поет, доставляя массу удовольствия своим поведением. Приятная внешность и грациозность напоминают жаворонка. Хорошо уживаются с другими птенцами. Коньки хорошо идут на контакт, очень общительны, с любопытством наблюдают за происходящим вокруг. Клетки гордо и красиво ходят, а не прыгают по жердочкам. Режим кормления сходен с жаворонками и овсянками. Вместе с зерномесью необходимо обязательно давать мягкий корм.